снежном плену. Этой весной оказалась и старинная церковь Николы Надеяна, уникальный памятник архитектуры 17 века. Сохранности первого каменного храма Ярославля сегодня угрожает опасность. При расчистке двора трактор впечатал высокие горы снега в стены храма и в расположенные внизу стрельчатые окна. С началом таяния снежной массы вода может хлынуть внутрь. Может пострадать не только недавно отремонтированный фасад, но и намокнуть фрески и иконостас, к созданию которого причастен сам Федор Волков. Сегодня храм Николы Надеяна находится в ведении музея-заповедника, у которого своей техники для вывоза снега нет.